Всем привет! С вами Татьяна на канале «Секреты жизни на даче». Сегодня мы будем с вами делать грудинку в собственном соку. Я покажу вам, как это делаю я. Кому-то, если понравится, захочется, тоже сделайте, попробуйте. Очень вкусно, очень мягко, сочно. Жир весь, как бы, если даже он там есть в грудинке, вываривается. То есть немножко выплавляется, он даже не вываривается, потому что она не в воде, а в собственном соку. Выплавляется и получается вкусное, натуральное, в общем, лучше, чем колбаса. Колбасу не покупаем, делаем свое. Поэтому предлагаем вам тоже переходить на щадящее и здоровое питание. Посмотреть, как это делаю я. И, может быть, вам понравится, тоже сделайте. Вот, приступим. Так. Сейчас я немножечко разверну, чтобы было видно. Вот так вот. Не знаю, как мне лучше, удобней камеру, чтобы было все видно. Так, значит, берем кусок свинины. Я, конечно, уже вот запаковала в пакете. Сейчас, одну секунду. Все легко и просто. Сейчас я вам все покажу. Так, немножко надо развернуть. Вот так. Да, чтобы было видно. Как я это делаю, чтобы было видно. Так, сейчас, секунду. Вот, нужно приготовить 3 пакета. Я вот уже все упаковала, поэтому придется мне раскрыть и показать. Берем кусок грудинки, какая есть. Жирная, постная. Я ее просто замариновала на ночь. Ее можно сделать сразу же. Но я вчера замариновала. Так. Значит, мы ее... чесноком намазываем, солью и черным перцем. Кто любит какие-то травки, можете травками. Я сделала совершенно по-простому, вот таким образом. Все, этот кусочек можно на ночь замариновать, можно замариновать на час, можно прям сразу перед тем, как готовить. Берем пакетик. Вот так. Доска не испачкалась. Берем пакетик. И плотно надо выпустить воздух. И этот пакетик вот так плотненько завернуть. Теперь берем второй пакетик. Вот так. То же самое выпускаем воздух по возможности. Вот, заворачиваем. И для того, чтобы было надежно, я беру еще третий. Третий пакет мы завязываем. Вот так завязываем. Вот, и все.
Вот оно будет у нас вариться в воде. Вот в таких вот пакетиках. Так, сейчас мы берем кастрюлю воды. У меня здесь варился кусок, поэтому вода горячая. Наливаем воды столько, чтобы этот кусок у нас плавал. Вот у меня немножечко вода, наверное, выкипела. Я сейчас еще долью водички. Я наливаю горячую воду из-под крана, чтобы она быстрее закипела. Потому как воду эту мы все равно выливаем. Вот так. То есть этот кусок, вот, все достаточно. Чтобы он не на дне был. У меня он, конечно, сейчас в распорку с кастрюлей. Но он начнет вариться, он немножечко уварится, сожмется и поднимется. То есть все будет в порядке. Ставим на плиту. Как закипит, час. Кастрюлю ставим на плиту. Как закипит, мы ждем час. Ничего не помешивая, ничего не трогая. Включаем и варим. Так. Включили плиту, закрываем крышкой и варим. Все. А сейчас вот фокус-покус. У меня уже сварился кусок. Вот такой. Сейчас я его покажу вам, порежу. Вот. Очень мягкий, сочный. Это тот у меня уже второй. Я мариновала на ночь два куска. Вот так. Один я утром сварила, чтобы не ждать, когда он сварится. То есть закипает, ждем час. И выключаем плиту и стоит, остывает. Я вот вытащила горячий. Мне надо было, чтобы вам показать. Вот так прекрасно режется. Очень вкусный. Пропитался специями, солью. Я иногда даже вообще не солю. Он у меня получается натуральный, в собственном соку. Вот такая грудинка. Очень вкусно пахнет чесночком. У меня здесь даже попалась, по-моему, косточка. Я ее вырежу вот так. Нож тупой. Вот. Вот, пожалуйста. Вот такая красота, вкуснота получается от того. И быстро, и удобно. Так, сейчас я вам покажу поближе, потому что не видела я, как у меня настроена камера. Вот. Вот, пожалуйста, вот такой вот вкусный получается у нас продукт полезный. Вот. Можно его есть с огурчиками, с картошечкой, с чем угодно. Все вкусно и полезно. Вот так. Берите на заметку. Простой, совершенно простой способ. Погрузил в воду, сварил, горячим прям порезал. Можно холодным, кто как любит. И все, и кушаем. Вот сейчас я вам покажу, как он у меня в кастрюле. У меня просто крышечку я не нашла в этой кастрюле. Вот он, пожалуйста, плавает. Закрыт вот так вот крышкой. Все. Закипит. Я его уверну и будет кипеть час. Потом выключу, оставлю и все. Вытащу уже готовый продукт, который можно кушать. Вот в таком виде. Вот он весь.
Вот он весь такой красивый. А вкусный, обалденно. Обалденно. Были в выходной гости, я их угощала, им очень понравилось. Очень понравилось. Вкуснятина. Готовьте, кушайте, никого не слушайте. Все, всем пока. Пока.